Короче, наконец-то накопил на ИС, поганый КВ-13, сейчас продам. Короче, ИС куплю 22 тысячи, сука, 400 опыта, да? Ну и буду качать линейку ИСа вплоть до ИСС. Вроде не так уж и страшно. Да не охуели, тут оружие Desert Eagle 10 рублей в день. Блять, это как, сука, так, здорово всем, значит. Вот опять танк открыл новый ИС. Зачем ты этот сраный КВ-13 покупал? Вообще, который нихуя не тащил, еле на нем вот набрал, сколько там, 22 тысячи опыта, 22 400, чтобы открыть ИС. Теперь, соответственно, ИС-3, ИС-8 и ИС-7 потом открою самый вообще нагибаторский танк. Ну, внешний вид у ИСа, конечно, вот сразу, что в глаза бросается, так себе. Ну, более-менее неплохо. Хотя бы сбалансированный размер. Потому что у КВ-13, когда я его покупал, только вот стоковый, у него пушка там вообще очень короткая. Смешно выглядит танк, вот КВ-13. А тут все нормально. Так, у меня сейчас пушка 7-го уровня вот установлена. А башня 6-го почему-то. На танке 7-го уровня у меня башня 6-го стоит почему-то. Так, ну ладно, значит, башню 7-го придется еще открыть. И потом вот пушка 7-го и 8-го. Ну вот пушку 8-го куплю, там вообще просто жуткий нагиб будет. Ну так что у ИСа вот у стокового больше ХП, чем у КВ-13. Топового даже. Так. Сейчас попробуем один рандомный бой, наверное. Вот. Вошел бой Энск, стандартный бой. Да, очень прикольно на собственном танке видеть вот шкурку с зонами пробития. Да. Ободряет. Правда, непонятно, зачем на собственном танке эта шкурка нужна. Так, поехали. Так, значит, надо сразу с кем-то объединяться. Вот одному нет резона ехать. Так, вот, поехал Т-29 7-го уровня. ИС, как у меня. Вот ИС, вот этот, вот он уже топовый. А у меня вот стоковый, к сожалению. Вот главное объединяться. Сейчас я вот с Т-29 с восьмеркой объединился. Теперь вместе нагибать будем. Наверное. Отлично. М6 нубика сбил на гуслю. О, сука. Я даже ебаный М6 пробить не могу. Блять, сука. Блять. Блять, ебаная игра. Ну, передняя броня очень даже. То есть вот этот танк... О, Лёве сбил гуслю. Вот этот танк... Ну, конечно, ну что ж. Я ничего другого и не ожидал. Просрал, как всегда. Ну вот, передняя броня у него держит, можно сказать, хорошо. Арту я продал, как видите. У меня вот в прошлых видео могли видеть, что арта есть. А сейчас я арту нахрен продал, потому что я полбоя свожусь и перезаряжаюсь, да? И я, короче, гриль, вот после гриля я открыл Хамил. И вот этот вот Хамил, он, короче, я 4 или 5 раз со 100% наводкой стрелял по противнику, ни разу не попал. Это, ну, это просто вот невероятно, как можно 4 раза подряд свестись на 100% и не попасть. Я, короче, просто нахуй продал эту арту и все. И играть я больше с артой не собираюсь.
Так, вот еще немецкий вот танк 5-го уровня. Самуа САУ, как это называется? Самуа САУ 40 есть. Так, посмотрим на мою стату. Ну, она у меня то хуже, то лучше. Вот, побед 648, поражение 653. Ну, в общем, 49%. Ну, вполне. Так, мастера у меня 2, значит. Один на Т-34-85, другой на гриле. Воина так и не сделал себе. Не знаю, почему даже. Ну ладно, может, все-таки скоро сделаю. Ладно, а теперь остается вот ничего, кроме не остается, как на ИСе вкачивать вот башню 7 и пушку 8. Вот пока не вкачаю, насколько я понимаю, нормальной игры не будет на нем. Но так, конечно, одному вообще никак на ИСе не вырулить. Вообще никак. Надо вот с кем-то объединяться, как и... О, просрали поражение. Ну, ясно. Да с кем-то объединяться. С 7-м или с 8-м уровнем. Блять, сука. Так, надо еще один бой провести. Все-таки, может, пример нормальной игры на ИСе покажу. Так, и опять. Здорово всем. Напишу в чат. В чат здорово всем. Так, 8-ки у нас тут есть. ИС-6, вот. Очень хорошо с ИСом-6 вот объединиться. Я, наверное, с ним сейчас заодно поеду. Салам какой-то хач пишет. Напишу. Чё салям, блять? Вот так вот. Просто я хачей не люблю, потому... Вот так вот напишу. Так. Так сразу вот, 2 ИСа 6 вместе поехали. Ну и я с ними 3. Так, карта. У нас ГВ-панцер и у врага ГВ-панцер. Я нихуя понять не могу, что тут делает А-20. А у А-20 4 уровень. Что 4 уровень делает вместе с 8-ками? Вот, по-моему, в мое время, когда я играл на 4-ке, на А-20, ну это еще хуй знает когда было, да? Я никогда с 8-ками вместе не играл. Вот не знаю, что это за тенденция в последнее время. Почему? Ну, вообще-то, конечно, бред. Как их можно объединять? Почему вот, например, ИС танк 7-го уровня, а башня на нем 6-го? Я вот тоже не очень пойму. А пушка 7-го при том. Тоже вот это вот не совсем как бы ясно. Так, вон ИС тоже едет. Не пробил. Ну, конечно, не пробил, а как же. Не, на самом деле, я помню бои, когда ИС выруливал, и когда я им реально и тигры валил, и все это. Просто как бы... Везенице нужно. Уже 0-1, уже просираем. Так, Т-44. Блять. Укрылся. Ладно. Блять, пиздец, сколько их тут? Их тут штук 6 или 7 поперло. Вообще, я обычно на этой карте в город еду. Обычно. Отлично, уже у меня 700. О, отлично. Отлично, тащу, короче. 193 урона, мать его. Конечно, 193 урона на 7-м уровне, это как бы... Сука. Нет, вообще танк прочный. Передняя броня у нее, она очень даже держит. У ИСа, но все равно. Главное никогда сильно вперед не рваться. Опа-на. Т-44. Сука. Сука.
Блять, 344 опыта, ой, урона, 344 урона нанес, а арта молчит. У арты еще ни одного фрага нет. Почему? Потому что там танки вражеские на одном месте стоят. Там даже целиться по ним не нужно, мать их. Ах, черта. Или ГВ-панцер тоже косой, как Хуми. Напишу в чат. Арта. Мочи. ПТ. Арта, мочи, ПТ. Самая главная цель для арты, конечно, это ПТ. Или вот, пожалуйста, Т-34, 8 уровня танк. У него из 1500 хп осталось только 83. А фрага ни одного. Ну как так играть можно, а? Из 6 один слился с одним фрагом, другой из 6 вообще без фрагов слился, да? Ну вот посмотрите это, ну это ну просто пиздец. 7-8-6. Ладно, как бы не сглазить. Ладно, короче, какие главные мысли? То, что надо объединяться, по крайней мере, вот, вот этот танк из, да, ну, КВ-13 вообще ни с какой комплектацией не позволял самому воевать. Ну, есть просто танки, которые реально даже сами тащат, да? Можно самими оборону держать. Вот как я помню на Т-34 85, когда играл, у меня там, короче, пушка 7 уровня была. Я купил. Вот это реально нагиб был. Я там помню, деревню один держал. На Т-34 85, да? Один 5 фрагов набил, мастера получил. Один. Один. Вот ИС, он, по крайней мере, вот в такую комплектацию начальной один, к сожалению, играть не позволяет. Да. Конечно, это хуй знает, сколько времени понадобится, чтобы вкачать башню 7 и пушку. Башню 6 и пушку 7 уровня, потому что. Чуть я запутался. Ладно, сейчас посмотрим. Короче, чтобы вкачать топовую комплектацию на ИСе, это, конечно, хрен знает, сколько времени понадобится. Да. Вот ИС, да? Мой союзный ИС, вот хороший. Я смотрю, он с самой крутой башней и с пушкой, да? Вот это да, вот у него 3 фрага. И при том, посмотрите, у него из 1230 хп аж 943 еще осталось. Видите, то есть он сам тащит. У него больше 60% хп еще осталось. И при том 3 фрага. Вот что значит тащить самому. Ему как бы особо не нужно, вот как мне, да, с кем-то идти. Обязательно. Надеюсь, вы понимаете, про что я говорю, да? Подписка, лайк обязательно. Комментарий можно. Хотя можно комментарий не писать. ГВ-панзер с одним фрагом. Ну, я помню, я на гриле и 5 фрагов набивал. Ну, ладно. Это по-разному бывает. Так. ИС-3 наш дошел. А, все. Все, стрелка дали. Охуенно. 344 урона. А по моим разведданным 84. Ну, это... Круто отыграл, круто, конечно. Ясно все. Так. Охуенно, башня 6 уровня стоит на танке 7. Я вот до сих пор, это, видимо, у разработчиков такая женская логика, что на танке 7 уровня башня 6 это нормально.
Ходовая часть, вот я смотрю, да, гусля, вот видите, тоже 6 уровня, ну это гениально, конечно. О, вот из 3 уже покрасивее идет, да. Ой, и на ИС-3 тем лучше. ИС-3, вот я вижу, он танк 8 уровня, и на нем уже башня 8 идет, к счастью. Спасибо разрабам хотя бы за это. Вот. Ну, пушка 7, конечно, кто бы сомневался. А, не. Пушка 8. Хорошо, хорошо. Вот, на ИС-3 уже получше. А ну-ка, ИС-8. А ИС-9. Ну и классно, опять начинается. На ИС-8 на танке 9 уровня. Пушка 8 будет. И башня тоже. Ну, вообще класс начинается. Ну вот, на ИС-7, когда вкачаю, вот это будет, да, вот это будет игра, короче. Ладно. Короче, как-то так. Ну, поняли, да, подписка, лайк. До новых встреч.